решила сделать ночник в виде грибка. Шляпку, вот она какая, сделала из папье-маши. Вот. Дальше взяла такую вот тару из-под продуктов. По-моему, капуста была. Вот. Вклеила туда светильничек. 4 светодиода. Это аквариум. Или даже ваза бы круглая. Но можно взять и банку. И квадратную какую-то емкость стеклянную. Это будет у меня грибок. Ну, а жить в нем будет какой-то лесной житель. Эльф. Какая-нибудь маленькая феечка. Или еще кто-то. Это в процессе. Шторки. Вот крылечко и дверь. Крыльцо сделала. Вот крышку банки обрезала и подогнала. В общем-то, работа еще порядком. Внутри будет мебель и все остальное. Так выглядит светильник снаружи. Вот он в готовом виде. Вот такой вот он. Это крыльцо. Тут на шляпке гриба ползает муравьишка. Вот. Ну а чтобы включить светильник, нужно снять шляпку. Вот она с изнанки. И вот он, светильничек. Вот так вот находится. Выключаем нажатием. Вот я вклеила в основание пластиковой банки в донышко этот светильник, вырезав предварительно место для него, и сделала вот внутренность светильничка. Вот так вот выглядит домик. Такой грибок и светильник. Вот он. Без шляпки. Шляпку я делала по принципу папье-маше. Основанием служила тарелка, которая позволяла мне сформировать вот такую вот шляпку. Предварительно положила туда полиэтилен, чтобы не прилипло. Клей ПВА, ну и салфетки бумажные. Высушила, и вот она, шляпка готова. Вот. Стены дома и окна разметила, рисовала. Здесь заклеивала скотчем, чтобы не прокрасить. И дальше рисовала. Украсила искусственными цветами. Можно украсить и керамикой. Из керамики вылепить цветы, запечь и сделать. Шторы вот из такой ленточки там. Также из ленточки сделаны и на входной дверь что-то подобие решетки. Вот она, ленточка такая серебристая. Наклеила и получилось вот так вот. Крыльцо сделала из обычной пластиковой крышки и подобрала еще пластмассу. Вырезала вот так, там полукруг, и приклеила, склеила. Вот здесь искусственные цветы всякие. Муравьишка. Вот. Светильник в темноте светит довольно ярко и привлекает внимание. Цветы искусственные и жучков приклеивала на клей-момент монтаж, потому что он лучше держит. А вот шляпку достаточно ПВА, салфеток бумажных. Ну и в основание тарелки клеила на тарелку, потом снимала, высушивала, и вот такой
получился грибочек. Вот так вот выглядит он без шляпки гриба. Включается легко. Здесь вот приклеила небольшие ракушки, чтобы не зафиксировать, не ерзала эта вот лампа. Все, она стоит плотно. И шляпка легко одевается. Вот. Ну, вот такой вот светильничек из круглой вазы. Шляпка из папье-маше. Детям очень интересно. Да и так неплохо дополняет и украшает интерьер. Здесь уже использован небольшой светодиодный светильник, вклеенный под шляпку, и круглая ваза. Ну а дальше там вот мебель это делалась как домик для какого-нибудь лесного жителя, гнома, маленькой феи. Внуки у меня с большим интересом разглядывали этот грибок и вглядывались внутрь. Там вот на столике цветок, диванчик, комодик. Это вот дверь входная.